Главный документ своей жизни получили краснодарские школьники. Торжественная церемония вручения паспортов прошла в зале боевой славы в Парке Победы. Их получили школьники, которым в декабре исполнилось 14 лет. Когда пригласили на то, ну, сюда, то это было неожиданно и радостно. Я очень рада, что я буду получать паспорт перед таким праздником, как День Конституции. Я очень рада, что я получаю паспорт именно в торжественной церемонии. Для меня это очень торжественно, для меня это очень волнительно, мне это очень нравится. И я рада, я люблю свою родину, люблю свой край, я люблю Краснодар. Напомню, в этом году паспорта в Зале боевой славы выдают каждый месяц. В 2016-м традицию продолжат.